Белорусская кинолента под названием «Партизан-фильм» – это не картина о партизанах в лесах и на болотах, не экскурс в историю и не попытка перенестись из прошлого в реальность. В данном случае название – своего рода интрига от режиссера. Фильм о трех юношах, мечтающих разбогатеть быстро и легко. Все, как и велит классика жанра. Представившись кинопродюсерами, троица берется за съемку военных сцен для московской киногруппы. Однако все не так просто, как им представлялась увлекательная история о не менее увлекательных героях, их приключениях и поворотах судьбы. Все это увидит зритель в белорусской киноленте. Почему именно Брест стал местом, где происходит ключевые события фильма, все просто. Мы выбрали два таких города, которые для меня отражают Беларусь максимально. Это Минск и Брест, а также дорогу между ними. Вот, поэтому Брест как такой наш западный форпост, город на границе, город с удивительными военными традициями, да, о фильме эта тема затрагивается, съемка военного кино, тут снималась Брестская крепость. Вот для нас был таким абсолютно осознанным выбором. Место действия – железнодорожный вокзал. В планах съемки на территории Брестской крепости, улицы Советской и других. В картине задействованы молодые актеры, восходящие звезды белорусского театра и кино. В фильме примут участие брестские реконструкторы и горожане. Для каждого из них город над Бугом по-своему дорог, а потому съемочный процесс проходил в особенной атмосфере. Оттого и интригующим станет результат работы. Я большую часть своей жизни прожил в Бресте. Я очень люблю этот город, и, в общем-то, выбор этого города как одного из объектов наших съемок был во многом не случайен. Брест – это город, который, в общем-то, во многом показывает нашу страну. Брест – это город, который все знают, который очень многие люди любят, поэтому мы хотим показать его с максимально положительной стороны, чтобы те люди, которые были здесь, узнали его, те люди, которые любят этот город, могли увидеть его еще раз. Брест мне понравился, я был здесь последний раз давно. Атмосфера, ну, пока круто все. «Партизан-фильм» – это новый проект команды талантливых белорусских кинематографистов, девиз которых – снимать кино о белорусах и для белорусов. Молодежная комедия планируется к прокату под Новый год. Режиссер убежден, она составит конкуренцию полюбившимся кинолентам. Что ж, как она будет воспринята аудиторией на самом деле, станет известно чуть позже. А пока зрителю остается дождаться выхода картины в свет. Я давно делаю новогодние комедии, еще со времен фильма «Любовь, морковь», «Елок», «Сос, Дед Мороз». Это вот мои сценарии. Поэтому я прекрасно понимаю психологию зрителя в Новый год. И я глубоко убежден, что это стыд и позор, что в наших кинотеатрах 99% картин, которые выходят и на Новый год, да и не только на Новый год, это иностранные. Будь то наши восточные соседи, или американские, или французские. Белорусских картин нет. И мы поэтому убеждены, что есть достаточно большая часть зрителя, которая готова посмеяться, расслабиться, но на узнаваемом для них материале. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».